Бабахам под Красноярском задержали 24-летнего мужчину с 6 килограммами наркотиков. Полицейские остановили автомобиль Nissan на загородной трассе в сторону Березовки. Во время обыска в багажнике обнаружили и изъяли 6 пакетов, в каждом из которых было по 1 килограмму подозрительного порошкообразного вещества. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик. По версии оперативников, мужчина собирался сбывать его через так называемые закладки. Теперь ему грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.